Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Лікар-інфекціоніст у нас в гостях Катерина Булавінова. І, знаєте, зараз ми вже анонсували про те, що будемо говорити про те, як безпечно зробити тести на коронавірус. Це зараз ледь не одна з топ-тем, тому що ми бачимо ці страшенні черги перед поліклініками, перед лабораторіями, в яких люди, власне, ну це, мабуть, найнебезпечніше місце, де можна заразитися, окрім ще там громадського транспорту. І от, до чого ми? Днями в Києві з'явилася перша пересувна лабораторія. Вчора наш черговий кореспондент був просто біля неї, все там дізнався, подивився. Кажуть, що там роблять ПЛР-тестування, але вчора вона так і не відкрилася. Як ви вважаєте взагалі такі варіанти лабораторій пересувних, так, вони нормальні? Чи, в принципі, якщо люди стоятимуть біля такої ж лабораторії в такій же величезній черзі, то нічого не зміниться? Я б чи-то вспомнила мультик «Баба-Яга» і «Збушка на курях». Яка кошка пересувається правильним місцем. Вообще все мобильное, оно прикольное. То есть израильтяне, например, делают мобильные бригады и вакцинируют в мобильных таких машинках, прямо либо в драйв-инах вакцинируют людей от гриппа и берут тоже тесты в таких киосках на улице. Угу. Очень интересно. Мы делали про это эфир. Кому интересно, можете у меня посмотреть на доктора Булавинова. Но что про тесты хочу сказать. Пациенту для лечения и его доктору для лечения пациента тест не нужен. И совершенно точно стоять в очереди на холодной улице, заражаясь друг от друга гриппом и ковидом, опасно и не нужно. И сдавать тест нужно только тогда, когда вы понимаете, зачем он вам нужен. Потому что тесты нужны только для того, чтобы выявить всю цепочку контактных. Например, вот вы хотите подтвердить у себя ковид, чтобы вы могли обзвонить всех, с кем вы на вечеринке, там, например, отплясывали. Было таки. Вот. И проинформировать их о том, что, ребята, у меня ковид, и у вас контакт по ковиду. То есть тесты нужны только для того, чтобы прекратить цепочку распространения. Ага. Но для лечения тесты не нужны. Что меня очень беспокоит, как с КТ, так и с тестами. Я вижу, к сожалению, ситуации, когда пациента, ну еще когда могут быть нужны тесты, например, там направляют в больницу, в которую только подтвержденные, предположим, и неподтвержденные. Хотя, по большому счету, лечение должно быть абсолютно одинаково и в той, и в другой больнице, а не туда-сюда всех перемещать и перекидывать. Что еще хотела сказать? Я вижу очень опасные ситуации, когда пациента с сатурацией, например, 92, 91, 94, то есть с низкой, отправляют сдавать тест пешочком, либо вдруг отправляют на КТ пешочком, и по дороге ему может стать очень сильно хуже. Поэтому, пожалуйста, взвешивайте каждый раз, зачем вы идете в медицинскую систему, что оно даст вам и что оно даст вашему доктору. И не стесняйтесь спросить у доктора, зачем он вас отправляет туда или сюда. А ну швиденько, наступна тема. Черги до лабораторії. Люди їдуть на тестування у громадському транспорті. Именно. Якщо не маєш ковіду, ризик підхопити. Якщо маєш, розповсюджуєш. У Британії, приміром, тест на коронавірус надсилають поштою додому. Людина самостійно його робить, запаковує і надсилає так само поштою у лабораторію. Міністр охорони здоров'я, до речі, пані Катерино, Максим Степанов, заявив у студії сніданку, що історія з тестами поштою – це байка. А ви як ставитесь? В Британії, зазначимо. Я просто, якщо чесно, не читала оригінального текста, але хочу сказати, що ковід – час інновацій, дійсно. І я не бачу, де швидкий тест, наприклад, чому його не можна буде відправляти поштою. Тобто, швидкий тест на антиген, который показал хорошую достаточно эффективность. Я думаю, что все, что угодно можно отправить почтой и так далее. Вопрос только в том, как объяснить человеку, как правильно это у себя взять. Но согласитесь, когда-то не было и тестов на беременность. А потом они, упс, и появились. Изъявилось. Все должно быть инновациями сейчас. То есть все, что мобильное, все, что избушка на курьих ножках, прекрасно. Все, что не создает очереди, прекрасно. Все, что можно сделать по системе drive-in, да, как в Макдональдсе заехали, сделали прекрасно. То есть все инновативное, хорошо. Все, что такое архаичное, не очень хорошо работает. И тут две вещи, не знаю, есть они там у вас или мы попозже. У меня там еще есть что сказать.